Всем привет, друзья, с вами StarLadder, меня зовут Лебедь, и мы сейчас находимся в самом сердце Шанхая, в Китае. Сзади меня можете видеть небоскребы, огромные дома, то есть это прям центр города, и именно тут находится место проведения LAN-финалов StarLadder и A-лиги, сезон номер 2, мы сейчас на крыше. Вообще город оставил такие очень позитивные впечатления внешне, потому что все строится, все красиво, выглядит все, ну, уникальности и свой мир. Поэтому если у вас будет возможность попасть в Шанхай, очень советую. Ну а сейчас, я думаю, мы отправимся смотреть уже отдельно на комнаты, на различные этажи и поговорим более подробно уже там. Ну что, в принципе, сейчас мы находимся в такой casting area. Вот тут у нас находится русская трансляция, справа от меня находится английская трансляция. Прямо перед нами небольшая комната, где, собственно, сидим мы, русскоязычные комментаторы. Прямо напротив нас рулетка. То есть помимо того, что мы комментируем рандомную игру, мы еще можем порандомить, покрутить шарик. Вообще все замечательно. Там находится бильярдный стол, на котором мы с Александром доказываем, кто сильнее в бильярде. В принципе, помещение удобное. Тут прохладно, потому что за окном температура около плюс 35, и влажность в Азии, ну, нереально высокая, поэтому на улице тяжело, но ты заходишь сюда, и, правда, условия достаточно комфортные, за что большое спасибо нашим китайским коллегам. Ну и теперь мы с братюней расскажем вам про оставшиеся зоны. Значит, там справа у нас находится Players Lounge, там в основном сидят комментаторы и игроки, обсуждают те или иные ходы, которые прошли во время матча, все вместе могут общаться, кто-то может посидеть, поиграть себе в Hearthstone, просто отдохнуть, перекусить. Сзади меня, справа сидят китайские комментаторы, и там слева находится игровая зона, где игроки сидят друг напротив друга, все пафосно, рядом с камином, и сражаются, собственно, за 50 тысяч долларов. Ну и последняя у нас остается игровая зона внизу, то есть, ну, зона причастная к данному турниру. Это что-то наподобие столовой, плюс именно там сидят зрители. В принципе, китайских болельщиков хватает, которые там поддерживают своих игроков. Ну и пока что их поддержка действует, посмотрим, как будет в итоге. Что-что, братюня говорит, чтобы вы подписывались также на социальные сети StarLadder, на социальные сети комментаторов, а сами Лебедя Тварыны и Игоря Безбородова, ну и, безусловно, на Твиттер, Инстаграм и все остальное вот этого дорогого товарища. Поэтому, друзья, всех вас ждем, увидимся обязательно на турнирных трансляциях, так что до встречи, друзья.